Пока город спит, в Тюмени идет фрезерование основных магистралей. В избежание транспортного коллапса работы ведут в ночное время. Сначала верхний слой асфальта снимается, на следующую ночь укладывается свежий. Задействована самая современная техника. Она способна работать практически самостоятельно. Ну, самое главное то, что, блин, собирается, и ширитель еще есть, до 9 метров может собираться. Во-первых, а во-вторых, новый укладчик ровно ложит, ряби нет. Более 450 тысяч квадратных метров дорог будет отремонтировано в Тюмени за этот сезон. Работы ведутся по программе дорожной безопасности. Если где-то есть отклонение от нормы, этот участок вносится в список объектов, на которых требуется провести ремонтные работы. Основные улицы – это вот Республики, 50 лет Октября, Мельникайте, улица Челюскинцев, уже работы активно ведутся, Орджоникидзе, то есть более 40 объектов. По плану работы по обновлению дорожного полотна продлятся до сентября, однако подрядчики так активно взялись за дело, что не исключено и сокращение сроков.